Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик наслаждаются своим поздним родительством. У звездной пары две маленькие дочери, Этель и Клара. Эммануил Виторган часто называет детей своим главным достижением в жизни. Актер и его жена Ирина не прячут очаровательных наследниц от поклонников. На этот раз Ирина Млодик запечатлела Этель и Клару в домашней обстановке. Танцуешь, да, Карочка? Сейчас музыка включится, будешь продолжать. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.